В российской столице в 26-й раз открылась специализированная выставка World Food Moscow. Казахстанский павильон на ней представлен национальной компанией «Казахинвест». Какие ожидания связывают с этой выставкой отечественные товаропроизводители, поинтересовалась Дана Нуржан. Международная выставка продуктов питания – это площадка для прямых переговоров между производителями и закупщиками. В этом году здесь представлены 64 страны. А благодаря национальной компании «Казахинвест» здесь присутствуют и отечественные производители. Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Россией вырос на 34% по сравнению с прошлым годом, отмечают представители национальной компании. В том числе увеличился экспорт казахстанских продуктов. Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 37% и составил более 2 миллиардов долларов США. Это свидетельствует о возросшем интересе российских потребителей казахстанской продукции. Именно этот формат продвижения под брендом Made in Kazakhstan позволяет презентовать экспортный потенциал страны и повысить узнаваемость казахстанской продукции за границей. Здесь налаживают связи с потенциальными партнерами и повышают узнаваемость своих брендов как перспективные стартапы, так и компании, давно зарекомендовавшие себя не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. Для сравнения, казахстанский рынок — это приблизительно 90-100 тысяч тонн. А российский же рынок – это 1 200 000 тонн. Поэтому для нас, как компании, это очень интересный рынок. И за вот эти вот 3 года, когда мы здесь присутствуем, мы уже заняли 13% этого рынка. Что же касается данной площадки, данной выставки, она интересна нам прежде всего как плацдарм для выхода, может быть, на еще более дальние рынки, с дальнего зарубежья. Это, допустим, тот же самый Китай, это Восточная Европа. В такой упаковке именно в индустрии меда нет аналогов. То есть у нас Казахстан, вот, очень много иностранцев оценивают действительно на высшем уровне. Мы очень молодая компания. Благодаря компании, кстати, «Казахинвест», очень действительно большая поддержка, господдержка идет. Мы участвуем в разных выставках по всему миру и уже ведем переговоры сейчас с Китаем. Местные торговые сети активно знакомятся с казахстанской продукцией. У нее соотношение цена-качество одно из лучших, говорят россияне. Казахстанскую продукцию, потому что, ну, цена-качество, еще мы везем премиум-сегмент, допустим, там итальянские макароны, да, крупы высшего качества. По итогам выставки казахстанские компании намерены подписать ряд контрактов с региональными российскими ритейлерами. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24.